Пожары, стихийные бедствия, техногенные аварии. Пострадать от них может любой человек. В Одинцовском округе для тех, кто попал в кризисную ситуацию, установлены единовременные денежные выплаты. Категории граждан и размеры выплат утверждены решением Совета депутатов от 27 декабря 2019 года, а порядок получения – постановлением администрации. Выплаты предоставляются только тем гражданам России, которые имеют постоянное место жительства в Одинцовском городском округе.